Теперь я дам тебе несколько разнообразных вариантов, чтобы дома самостоятельно ты мог это практиковать и показать, кто главный на танцполе у себя на районе. Поехали. Задача. Мы соединяем отскок в сторону и отскок назад. Мы делаем это через базовый running man. Running man, running man, отскок. Running man, running man, назад. Running man, running man, в сторону. Running man, назад. То же самое с другой ноги. В сторону. Шаг, шаг, назад. Шаг, шаг, в сторону. Шаг, шаг, назад. Шаг, шаг, в сторону. Шаг, шаг, назад. Все это может быть гораздо разнообразнее, если делать не только правой ногой, а смешивать ноги наши с тобой. Раз и два. Отскок. Шаг, 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 шаг на левую. Раз и два. Отскок. Шаг на правую. Можно сделать влево. Вправо, назад, снова вправо, снова назад, снова влево. Оп, подсказочка была. Больше не будет такого. Шаг. Ну, я думаю, что все стало гораздо разнообразнее, и ты сам можешь все это проделать. Это твоя домашняя работа. Для большего разнообразия эти отскоки можно соединять, не вставляя туда между ними running man. И все это становится еще более разнообразным. Смотрим. Running man, running man. Отскок. Поднятие этой же ноги. Отскок назад. Снова поднимаем. В сторону. Подъем. Назад. Поднять. В сторону. Поднять. Назад. Поднять. В сторону, поднять, назад. А теперь мы добавляем running man уже не между ними, а для дополнения, чтобы танец был насыщеннее. Раз, и два, и три, четыре. Отскок, 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 running man. Количество running man и количество отскоков ты выбираешь сам. Можно начать с отскока в сторону, назад. Можно сделать наоборот. Назад, в сторону, назад. Количество тоже только зависит от тебя, чтобы это было все интереснее. И то же самое куда? На левую ногу. Отскок, 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 отскок. Раз и два. Назад, в сторону, running man. Шаг. Назад, в сторону, running man. Количество только от тебя. Здесь много рассказывать не надо. Я думаю, с этим ты тоже сможешь справиться сам. Ни в коем случае не нужно расстраиваться, если такие простые движения у тебя не будут получаться. Все мы разные, у кого-то получаются первые два базовых элемента, а косичка вообще не получается, и наоборот. Я думаю, нужно просто себя преодолеть, и твои отскоки, косички, раннингмены, крестовые будут на высшем уровне. Учись, развивайся вместе с нами.